Песня называется «Перекресток». Тоже гормональный сбой, я считаю. Алисон, ты, если что, выходи. Снег на паркете. Я чувствую, вьюга проникла в наш дом. Мечтаем о лете воронов. Солнце лучи проникают с трудом, покроются льдом. Мое сердце покроется льдом. Моя память сюда. Иди сюда, ворона. Давай. Я посижу в моем. Это Вика, там ее бойфренд. А это Воронов, лучший звукорежиссер, ведущий. Познакомься скорее с ним. Вот сейчас как будто бы не надо это пить, наверное, да? Или в губы, прямо в губы, по-соседски целовать. Привет. Но как же трудно, сломаны все светофоры вокруг, безумное утро в пустом ожидании ненужных разлук, и кажется вдруг все возможно, и кажется вдруг. Проснется. Время выбирать, с кем летать. Время перестать плакать. Мы на перекрестке опять. Или уходить, или прощать. Или в губы, прямо в губы на прощание целовать. Для Вадика Воронова, он офигенный, правда. Мне кажется, что жизнь — это коллекция хороших людей. Лучший звукорежиссер. Он когда на радио ведущий. Но мне кажется, что если бы он был звукорежиссером, то тоже лучше.